Ой, да хрена. Ну, началось заражение, блядь. Сука. Переломы, блядь. Началось в деревне лето, запахло сеном и говном. Давайте все. Нет, порву, тут еще один бегает. Вокруг. Ищет вход. Он бегает. Ой, господи боже. У нас еще меда нет. Ну, у торговцев сейчас есть антибиотики в продажах, так что пока еще. Я, главное, выстрелила ей в голову. Она упала в ров, как будто, знаешь, как будто, ну, умерла. А потом поднимается и начинает бегать снова. Если, блядь. Чё такое? Да, у меня вывих на 9 минут. Просто не шифти. Так. Я буду ждать торговца, когда он откроется. Надо ему поехать задание отдать. Да. Мне тоже надо ехать к этой. Ты поняла. Куда? К Потапычу? А, к Джейн? К Джейн надо ехать, да. К Потапычу тоже не помешает. Возьми деньги, пожалуйста. Давай вместе съездим к Джейн. У меня всего лишь 1600. Вместе съездим к Джейн, мне задание надо делать. Ага, мне тоже надо задание делать. Конечно. Так тебе-то у Джейна, а мне у первого торговца. Мне ему сдать надо. Нет. Посмотри, если он там антибиотики или мед продает, возьми, ладно, пожалуйста. Угу. Может, я, конечно, найду, но... А, ну да, я теперь еще, блядь, и шифтить на велосипеде не могу. 1,5 километра просто так копить. Километры. Пиздели километры, блядь. Блядь, здесь невозможно, блин, а здесь невозможно съехать, заехать точнее. О, тут миньяр, да, стоит метрах в 30 от нашего дома. 9 зомби. Поразвлекайся. Не-не. Я объехала. Мне с моим вывихом только развлекаться сейчас. Маська бы помазала. Маська не помогает. И у нас вообще нет маськи с тобой. О какой маське идет речь? Как, блядь, в смысле нету маськи? Ты сама все маськи отнесла, блин, в этот... Я отнесла маски вниз, потом забрала их оттуда и сделала хилищие бинты из этих мазей. Зачем? Потому что хилищие бинты отхиливают на 30, а маска на 5. Ладно. Нам еще знаешь, что надо? Травушку на чай собирать. Хорошо, соберу сегодня.
Альтерия Килиметра, блин. У меня дебаф, блин, упадет быстрее, чем... Медведь. Быстрее, чем медведь убьет. Быстрее, просто, чем быстрее, чем медведь нас убьет, да. Так, это что у нас? Схема модификации колонн. Изучение соответствующей схемы позволит понять, как изготовить этот предмет. Чтобы, типа, видимо, больше вносить на этот урона... По дереву. Колющего, ага. Опа, Маш. Рецепт спора гриба. Семя нашла. Отлично. Тебя. Оставляй мне. Потому что я вкачала... Я тут ночью вкачала последнего фермера. Сегодня, кстати, я там уже, по-моему, в верстаке поставила все эти штуки для этого. Как называется? Ну, для грядок, короче, сегодня будут грядки. Птичка и шина. Неплохо. Надбеет. Чаёчек. Снота. Туалет не сходила, сейчас клапан жмёт. Так сходи. Я схожу, да. Я слышу пчёл! Опять? Чаечек себе заварила? Да. Хорошо. Блять. Ебучий трейдер. Он любит эту херню делать. Ну это очень громко, реально, в уши. Так, еще я. Рецепт алоэ вера, семя. Он дает 100 патронов 9 миллиметров или одни антибиотики? Антибиотики бери, мы можем крафтить эти 9-миллиметровые, это, по-моему. Лучше антибиотики. Наковальня 720. Во вторую печку покупать? Да, покупай, конечно, раз мы вторую поставили. Угу.
Схема улучшенных кузнечных мехов. Позволяет понять, как изготовить этот предмет. 2400 мне не хватает. А еще я пожарную эту нашла. Кого? Пожарную базу. Тактический фонарик. А, это на оружие устанавливается. Не то. Блин, как же здесь много всякого, капец. Обалдеть. Safe travels. Подожди, мне кажется, или сверху на меня кажется? I have a great. I look forward to seeing you again. Так, а мне как раз... Ты в том городе с торговкой? Трейдером, да. Да-да-да. Она с Джилл? Да. Ну, видимо... Я не доезжаю до него немножко, метров 500. Так что можешь смело в мою сторону ехать. Ну да, у меня к ней квест. Ну все, отлично. Ну, сейчас как раз тебе антибиотики, если встретимся. Угу, угу. Ну, я по дороге здесь, поэтому ты, в принципе, можешь заехать ко мне. Вполне. Опа, схема охотничьего ножа, схема модификации складной приклад. Прекрасно. Вот это я вовремя зашла, конечно, в книжный магазин. Вообще прям бодро. Прям реально бодро. Так, ну, коли я мимо дома проезжаю, я, наверное, сразу поставлю наковальню в кузню. Это что такое? Схема железного копья. Капец тут вообще всякого. Схема модификации удлиненный ствол. Бумага стеков добывается. Бумага, которая... Документы не раздрочила. О, я вижу ящик на 7000. Ну, отмычек нет? По-моему, есть. Сейчас посмотрим. Когда мы там уже можем это машинами озаботиться? Схема автоматической турели ПП. Ви. Оу. Когда, говорю, мы можем уже машинами озаботиться? Тогда, когда у нас с металлом все будет хорошо, я думаю. А у нас нехорошо? В печке-то много металла. Ну, мне кажется, у нас со слитками не все не очень хорошо. Не, ну можно, как бы. Надо хоть подумать. Я машину-то пока, а не это. Так там, а машина ж, по-моему, прокачивается через это, через просто там продвинутую. Байки, ну, велосипеды, байки, а там же... Я сейчас пока могу байки, по-моему, крафтить, или мини-байки. То есть я пока еще дальше-то не прошла. Mm-hmm. Сука. Ебать туман. Тварь. Я прям в Silent Hill'е. Все нормально. Карта сокровищ Сары. Отклад выкопать. Круто. Так, вместо тухлого мяса возьмем. Тухлое мясо нужно, очень нужно. Гниющее мясо имеешь в виду? Да, да, да. Так, сюда. У меня есть схема. Патя, прими. У меня есть схема, которую... Которую можно... Так, нет. Модифицировать. Короче, схема автомата. Калашникова. Если я не ошибаюсь.
Блять, происходит. Пускай. Моя вокруг. Так, ты ко мне там едешь? Я сейчас лутаю, а потом к торговцу, потом к тебе. О, как раз продам ебаксы. Класс. Это рано тоже в свою сторону страховать, чтобы ее продавать. Слушай, если разбирать трупы... Вот эти вот, которые вот трупные месиво, которые бывают на дорогах. Угу. Они дают порошок вот этот, который ты мне добывала. Сульфур, да, я знаю. Угу. Так, я мимо Микромедвежегорска проезжаю и к тебе. Микромедвежегорск. Ух. Да. А мы с тобой здесь ящиков все забрали, интересно? В каком смысле? Возле стройки, возле стройки. Не знаю. По полям, я по кочкам еду к вам. Well, that didn't take long. Nice work. Так, что у тебя есть? Тоже антибиотики. Двустволка. Шахтерская каска. If you got the dukes, I'll make... Так, вроде бы. Thanks for the business. Даже. We're open from dawn to dusk. Since we always need someone to... Oh, thank goodness. I couldn't find anyone to do that job. Держи. Блин, Вика... ладно. Я продамся. Сейчас. Alrighty then. Так, у меня stay здесь safe, работа через дорогу. Сходишь со мной, да? Сейчас. Не, я тебя не тороплю, я пока. Схема автомата АК-47 будешь изучать? Ну, если привезешь, да, потому что я уже уехала. Как почитать карту? Ну, по-моему, берешь ее в руки, нет? А куда мне ехать? Ко мне сюда. Я тут 500 метров тоже. Задание его сделать уже вторые сутки не могу. О, это тот, это дом, который нашпигован взрывчаткой. Давай. У тебя нет еды с собой? Нет, последнюю банку еды съела. У меня есть просто мясо. Сырое. Так. Держи. Да нет, я здесь зарплату не находила, когда я здесь бегала. Чего держи? Так, опа. Куртка.
Две гранаты. Держи. Где она? Офига, у тебя белая. Белая кофта. Прям белая. Это куртка белая-белая. Да-да-да. Мой любимый кофе. Ну, хавки нет, ну что это такое? Застрял в этом. Застрял в полу, блин, и это. И руки распускает. Да-да-да. Есть второго уровня из металлолома по ноже. Тебе нужны? Или у тебя уже есть? Не знаю, кинь мне, я... А у меня из кожи пятого. Я вот тоже не знаю. Сладкий, посмотри. Хотя эти вроде лучше. Надо было продать их, конечно, но... Есть пятого уровня набивной капюшон. Посмотри, нужен он тебе или нет. Продать лучше. Так, у меня на крыше, что ли? Ты активировала? Конечно. Ну, мало ли, может, ты залутать до этого хотел, я не знаю. А, у меня не на крыше, у меня вот здесь где-то. Пошла. Все. Все, идем по моему заданию. Они, видимо, отошли от идеи в домах ставить взрывчатку. Не-не-не, есть какой-то дом со взрывчаткой. Он да? Тоже вот так вот забаррикадированно выглядит. Так, журнал на... Уже пойдем уехал? Полутаем этот... Нет, пойдем полутаем этот дом, он красиво выглядит. Может, на задание пойдем? Успеем? Время тупо. Иди сюда. Вот два журнала. Будешь брать? Если нет, оставь. Продадим. Сейчас. Так, здесь цемент, лутай. Пластик забери. Ты там, я журналы там скинула. Мне холод нужен. Может быть, найдем еду сейчас. Я оба их знаю. Значит, давай оставь, продадим. Не, мышки нет. Велик засунь. Карта сокровищ, двигатель. Это, вот это. О, кислоту нашла. Это. И кастрюлю, Вик. Могу. Отлично, теперь у нас есть почти на кипканцию. Могу дать тебе пирог.
Давай мне пирог, да. Мне кушать хочется, капец. Выкинула. Спасибо. О, решетка грин. Деревянная. Еще решу. Ой, еще кастрюля. Все. Кислоту теперь надо найти. Еще я... одна. А, еще одна. Ага, две нам надо. Жопости. Так, теперь что еду найдем, мне отдаем. Какую еду? Ну, если еду найдем, мне отдаем. Мне хочется кушать теперь. Ага, там еще подъем на второй этаж есть у нас. Она вниз спрыгнула. Да. А, налобный фонарик, Вика, тактическая модификация. О, отлично. Иду. Дай. А он вот, в сундуке. И здесь дробовик из трубы, еще один. У меня места просто нет, поэтому я оставила там в кожаном сундуке. Держи. Что? Полази по ящикам, поучи рецепты, если надо. Блин, модификация очиститель воды придется снять. Хочешь модификацию? Давай. Очиститель воды. Держи. Прикрепить все что угодно. Ага. Так, патроны заберем. А, понятно, да, он на этот. Пули заберу. У меня тоже один слот. Тоже, да? Хорошая модификация. Надо нам скрафтиться просто. Я же это... Может, там что-то вкачиваю. Так, я вниз полетела. Так. Так, ну что, на задание? Да. У меня реально белая куртка, просто белая-белая, белоснежная. Тот самый завод, на котором я хотела жить. Дядя Рыгач. Блять, а, нет, нормально. Вот он, слушай, там... А, нет, как показалось. Колдуняха. Угу. Вот какой-то то ли магазин, то ли кафешка. У него надо. Надо посмотреть, лутала я здесь когда-нибудь или нет. Да мало ли чё. Лутала. Сразу перезапускаю тогда. Видимо, я доезжала тогда сюда. Всё?
С задней стороны можно зайти. Сейчас, подожди, я сделаю сундук. Давай, выйдем. А, ну давай недалеко, но выйдем. Куда выйдем? На улицу выйди. Зачем? Сундуки не нужны? Да можно? Можно, можно. Ставить еще, ублюдок. Так. Что тебе здесь надо сделать? Припасы найти. Угу. Что тебе нужно еще? В смысле? Кушать надо еще тебе? Ну, наверное, да. Как ты зашла сюда? С задней стороны. Ну, хочешь? Ну, да. Выкинула. Здесь этот... А, лосось. Угу. Эти стулья, кстати, они деревянные, можно их переплавлять, если что. Шину нашла. Угу. Пошла наверх. Сука, тут еще не пройдешь так просто. Вот здесь. Угу. Пробегай быстро и пройдешь. Танюки! Давай золотаем наверху. У меня внизу походу дроп. Я просто забыла о том, что мне его нужно забрать, как обычно. Ножечко еды. Винтовка из трубы пятого. Продать можно. Угу. Так. Пять, три, шесть, пять. Не очень понимаю, где. А, нашла. Что можем идти? Вик, я здесь сундуки сделала. Можем это сложить сюда. Давай. Сейчас. Здесь. Сейчас я складываю. Складывайся. Да-да-да. Так, обязательно условия воды набрать. Все. Так. Все зарыло? Да. Угу. Так, едем к Джейн сдаваться, да? Да, да, да. Еще будем задание делать?
Да, почему нет? Время-то позволяет. Угу. Ну, нам с тобой заниматься благоражением день на 11-12 только дома. Все остальное время можно вполне себе делать задания, фармить экспишку, уровни поднимать и прочие вещи. Угу. И то на 11 день это ты начнешь только заниматься... Я не знаю, я клянусь, я не знаю, почему у нас аэродроп каждый день. Вон он упал. На стройках сервера каждые 3 дня стоит. Да и ладно. Там все равно особо ничего такого выдающегося. Да. Может, типа, чем реже он падает, тем лучше он там себе? 453 метра он падает. Недалеко от нас. Если у тебя есть свободные слоты, то езжай за ним сразу. Потому да, что не. Я под завязку забита. То же самое почти. Нет, у меня есть свободные слоты, конечно, но... Лучше доехать до нее, взять задание и снова это, по дороге там потом заехать. Он прямо здесь падает, 250 метров. Wow, I didn't think you had it in your eyes. Блядь, модификация, тактический фонарь. Так, 10 бомб, двухкратный оптический прицел или драка в баре? Кулаками, не надо. Двухкратный прицел, что ли, взять? Или модификация тактического фонаря? Нет. Бомб? Нет, ладно, хер с ним, с бомбами. Модификация, вентиляционная сетка. Сопротивление холода, сопротивление жаре, сопротивление взрыва. Отбивающий на пол, лучше возьму. Здесь работать. Очистить от зомби. 400 метров. I knew you wouldn't let me down. Так. Ну, слушай, особо она брать ничего не хочет больше. А все, наверное, у тебя. Все, что можно продать такое интересное. Подожди, о чем мы говорили? Нам что-то было нужно от нее, не от них. Железо, армейские перчатки, окно, две штуки, шкаф для бумаг. Патроны? Патроны. Да нахуй знает. Деньги купюру у тебя, продашь. Thanks for letting me подожди, take care работа. Of you. And tell your... все очистить от зомби. We're all... Okay, be careful and try not to get yourself killed. Если, говорит, ты еще 2 работы сделаешь, я, говорит, тебе этот дам. Что-то там. Так, продать. Винтовку из трубы продаю 5-го уровня. Да-да-да. И журналы там. Журналы я продала. Так, ну у меня немножко слотов. Блять, господи. Ты за аирдропом поехала? Я никуда не поехала. А, никуда не поехала? У меня задание налево 390 метров. У меня задание обратно 470. Я за аирдропом. Давай, я на задание и ко мне давай, да? Или как? Ну, я могу за аирдропом и к тебе, либо за аирдропом и на свое задание. А, как хочешь. Но чем больше заданий мы делаем, тем больше мы... Ну хорошо, давай каждый на свои. Имеем, как бы, по факту. В принципе, мы друг от друга с тобой в нормальной доступности. Дерево разных форм опять. Печеный картофель один. Фермерский комплект, Маша. Ох, зашибись. Я фермер. Ну-ка. Комплект из фермерских делянок и случайных семян. Круто. Так, по поводу...
Карта сокровищ Сары. Если вы нашли эту записку, то, возможно, это ваш счастливый день. После укуса существа меня лихорадит. У меня не так много времени, но самое малое, что я могу сделать до превращения, это кому-нибудь помочь. Если Бог все еще существует, то пусть он пошлет мою помощь тому, кто это действительно нужен. Оставляю вам карту, ведущую к одному из моих спрятанных сундуков с припасами. Так, вначале мне нужно сделать задание, а потом брать карту Сары на всякий случай, мало ли она забагается еще. Согласна? Наверное, да. Я считаю, это здравый подход. О, у меня мясное рагу есть одно. Хочешь мясного рагу? Нет, я какую-то банку съела. Кушать я вроде, ну, еще хочу вроде, но я сейчас что-нибудь найду. Ну, я могу тебе рагу притаранить? Пока не критично. Ладно, тогда я поехала на задание. Здесь вообще там есть завод. Вот у меня через дорогу завод этого. Как сказать? Банки у меня, да? Мне надо, значит, воду набрать. У меня тоже 11 пустых банок. Нам надо воды набрать. Угу. Я просто возле воды прям, поэтому спрашиваю. А, давай. Главное, не забудь, что мне нельзя пить воду. Так, мы сюда это закинем, вот это закинем. Блин, прикольно, дубинку достаешь, а она же у меня еще и горит, поэтому очень удобно. Новый факел. Ну да, по факту. Бля, как мне сходило в туалет? Сходи ты уже. Побудь в безопасности. О, рецепт вареного мяса. Я как раз не умею. Сейчас бы мясо не уметь варить, блин. Эй. Не, ну я просто в целом. Прикинь, да, насколько надо бездарью быть. Ну, слушай, просто закинуть мясо в воду, на самом деле, не то чтобы достаточно. Надо же... Ой, да ладно. Ну, блин, типа, надо же понимать, что если ты его закинул в горячую воду, будет вкусное мясо, а не вкусный бульон. А если ты его закинул в холодную воду, то будет вкусный бульон, но не вкусное мясо. Вкусное мясо, да. Целая наука. Короче, я хаваю рагу, потому что он заебал меня ныть. Плохо, жрать хочу вот это все. У меня камня нет. Вау. Я одним сильным ударом, короче, двоих сняла. Ого. Зачищаем. Я нашла кислоту еще одну. Отлично.
Кортес. Короче, если плохо будет, говори. Хорошо. У меня есть 1, 2, 3 консервы, кофе и прочие вещи. А, у меня еще рагу есть, кстати. Теперь. Бай, а ты что за марихуана такая? Не так хмеля. Дедушкин самогон. Что-то меня на самогон и капец везет. И прочие микстуры. Вроде бы... Можно было, не полутало. Обновляем. Закрепляем, так сказать, успех. Блять! Живешь? Да. Испугалась просто. Я ожидала подвох здесь, но не ожидала, что это будет собака, пробившая стену. Вернуться к торговцу. Так, теперь надо... Теперь важно это. Ну, четко знать, что мне можно покинуть это место. Не было, как в прошлый раз, блин. Модификация на лобный фонарик. А ты ее... А мы ее купили, или я тебе ее... Ты мне ее дала? Угу. Не знаю. Девчонского. Все, возвращаюсь к торговцу. Я тоже. Сейчас. 400 метров. Чаёчек. Сим, не вижу ничего с твоей жопы. Паук-то здесь откуда? О, как Easy раз... Easy Fitness. Как раз у торговца встретимся. Mm-hmm. Дашь поесть. Mm-hmm. Блять, я проехалась по полю и только и слышала от велосипеда. Тын-тын-тык-тын-тын-тык-тык-тык. Сука. Да, это, которая как это, как доска стиральная, да? Да, как конь. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Да-да-да. Сука, она мне ссадину посадила. Ты чё, охуела?
I knew you had it in так, your драка в баре, 9... Да, блин, у нее все эти одинаковые, да, 9 миллиметров. Болезно. Кардема. Она какую-то хуйню реально предлагает. Постоянно. Так. Так, это мы все сделали. Thank you so much. Hey, come again. Чистить от зомби. We always need someone to handle the time. If you finish two more jobs this week, I will give you employee of the. Я открыла велик. Возьми там фермерские хуйни. Я положила тебе воды грязные. Что, 9-миллиметровых или двухкратный оптический прицел? У меня есть двухкратка. Наверное, значит, да. Слушай, я положила тебе 15 пустых банок в велосипед. Наполнишь водой? Ага. Больше мне тебе ничего. Так, налобный фонарик продаем. 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 Дробь тебе нужна, Ви? Да нет, не особо. Ну, у тебя сейчас дробовик же, у тебя есть с собой дробь? Ну, патрон для дробовика. 150 штук у меня. Ну вот, я еще 7 велик. У меня положила. Дроби с собой нет, я тебе открою сейчас. Дробовик. Я поняла, но у меня нет дробовика даже с собой. У меня патроны есть, а дробовика нет. Поняла. Так, стой. Поехала она. Что ты делаешь? Что это? О-о-о. Ммм, вкусненько. Так, пошли на сокровище сходим. Это куда? Карта сокровищ Сары. Угу. Поехали. Сколько метров, я не знаю, сейчас посмотрим. Но не близко. Но уже 6, уже 4. Километр. Окей. Это не новый биом, случайно? Не знаю. Да нет, такой же лес. Нам с тобой еще бы меда закупить, если будет. На случай, если заражать будет, чтобы у нас хотя бы было чем помазаться. Помазаться изнутри. Всегда можно антибиотиков купить. Антибиотики дороже стоят, чем мед. Чё? Антибиотики дороже, чем мед стоят. Ну, те антибиотики, которые я тебе дала, они вообще были бесплатные за задание. Ну, ты расплатилась временем. Я тебя жду. А во лбу звезда горит. Это просто про меня. По-моему, это пустыня. Да? Не знаю. Нет? Или это у меня не погружается текстура? Ну, просто город обычный. Нет, Маш, это пустыня. Ну, вот зеленые леса. Где эта пустыня-то? Нет, так, а почему оно песочное-то такое? Ладно. Может, я выдаю желаемое за действительно. Ну, так нормально от дома отъехали. Ну да. Значит, клад закопаем, да домой, наверное, нарезы. Да, согласна. Кто там так бегает? Угу. JD Shipping. Все здесь. Причем копать надо. Найти сокровище рядом. Ой, а здесь стройматериалов много.
А места нет. Точнее, места немного. Схема железных инструментов, там молоток. Вик, скину грязную воду. Споры гриба скинула. Слушай, у тебя есть бетон или что? У меня есть булыжник. Я могу булыжник покопать, а бетона у меня нет. А, нет, у меня есть цемент. Ну все, забей. Копаем. Только не забудь, что мы здесь это за сокровищем пришли. Надо бы как его найти сейчас. Ну, маркер какой-то должен быть. Я думала, это копать. Область при копании, но там проблема в том, что там камень. А, подожди, область кругом? Значит, надо копать. Да, да, да. Значит, да. Надо копать. Ладно, все, ну. Пойду вверх проверю. У меня предчувствие нехорошее. Материалов тоже куча. Подожди, ты копаешь или что ты делаешь? Я копала, да. А где ты копала? А, поняла. Я наверху копала. Просто эта область, она подсвечивается и сверху, и снизу, типа. Я не очень понимаю, мне вниз копать или куда? Или это в теории может быть на любом этаже? Я думаю, что, по идее, это должно быть под. Подъем вообще есть. Ты такая просто с своими фреймами. Ну да, ну да, пошел я нахуй. Ну типа здесь ничего интересного. Коньяковье гнездо только. Коньяковье. А здесь маленькая сумка с оружием. Роботизированные пушки частью. Обычно клад ищут все-таки, ну, копают, как мы искали выкопанный припас. Куда мне вот в камень копать? Да. Получается. Помню, у нас с тобой как-то был тоже припас. В этот. Тут прям есть круг, да? Или весь все здание в кругу, нет? Нет, не все здание. На песок фармится. Главное, если будет написано, типа, цель сужается. Ну, ты хоть скажи, правильно мы делаем, неправильно. Убираемся в сокровище. Mm-hmm.
Просто здание на нас сверху падает. Мы такие ау-ау-ау. Агрессивный фарм. Ну. Гринд. Это ночью не заставит добывать ресурсы просто. Игра находит обходные пути. Мы до сих пор в круге, да? Да, но мы что-то, по-моему, куда-то не туда копаем, потому что пока с этого не было сближения. Вот, приближаетесь. Уменьшился в ту сторону, значит. Куда ты, сука, его зарыла? Я, говорит, бесил была, меня лихорадило, блядь. Да-да, расскажешь, держи в курсе. Я вообще ничего не понимаю. Тут в круге еще нет. Ну-ка. Ну да, в круге. Может, она вообще вот в эту сторону куда-нибудь упоролась. О, приближайтесь. Значит, так. Здесь. Где-то в эту сторону, ага. Соло, конечно, здесь весело было бы. Главное себя не закопать сейчас. Опа. Лопата сломала всего лишь. Ну я впечатлительная, что поделать. Блять, уже 7 часов, кстати, а ехать нам? Как-то я тебе нет. Говорю, блять, куда ты закопала это говно? Сука. Больная женщина. Это пиздец. Мы отсюда не выберемся теперь. Да выберемся из фрейма, чё ты. Копай давай. У меня нету. Я хочу... Вы, говорит, приближаетесь. О, господи. Ну, он должен был уже довольно сильно сузиться, нет? Ну, в теории, да, но я пытаюсь посмотреть, и говорю, копай давай! Так вылези. Вылези, посмотри. Здесь можно вылезти. Нихуя мы там разрыли, блядь. Вот сюда, в эту сторону. Тут где-то центр. Точка G, блядь. Ну да, я тоже не так просто найти. Ай. Бесила она, конечно, закопалась. Она, мне кажется, посрала, блядь, сюда и это вместе улетело все. Нормальная женщина с всеми кладами. Может тут просто... Как заинтересовать... Кроты, ёбаные. Как заинтересовать дурака, блядь. Я тут клад зарыла. Опа. Приблизились. Что такое область странная? А, ну нет, все по-старому пути. Я тут клад зарыла. Ну
Меня лихорадило, что пизда. Я рыла. Ради вас я старалась. Я рыла двое суток. Сколько я накопала? 2000. 2000 клея. Когтями нарыла. Блять, ты вот... Ты-то нас сейчас точно зарыла. Да? О, смотри, что там. Что, где? Текстуры. Подойди с этого угла. Не подойду, потому что тут зомби ходят. Блять, ебать. Это какой-то ебаный пиздец, реально. Жалко, что только ты видишь область. Ну, вы приближаетесь, говорит. Блять, так должно было уже сузиться 10 тысяч раз до маленькой области. Ну, может, сокровища немножко иначе работают. Не знаю. А что, если оно вот здесь где-нибудь? Под этим говном. Слушай, ну у тебя же написано, вы приближаетесь. Да, но оно вот сюда сужается, в эту сторону. Угу. Я-то не вижу, я могу просто копать. Ну вот я тебе говорю, что он сужается в эту сторону. Может, просто с этой стороны попробовать зайти? Лишним-то в любом случае не будет. Ну вообще, лишним мы не будем домой ехать. Нам-то что, до дома? Ты до торговца 1,5 километра. Ой, да, 1,5 километра до торговца, плюс еще до где-то 3-4 километра нам ехать. Может, ну его? Завтра приедешь. Ладно. М? Сейчас до, это, до 8:30 докопаю, если не найду, значит забью. Приеду завтра. Мне кажется, мы реально, оно где-то здесь ближе к этому. Не, ну не так глубоко, мне кажется. Вот и я думаю, что мы где-то здесь. Во, вы приближаетесь. Вот эта область. Надеюсь, меня тут не завалит. Теперь мы знаем, что такое горячка. Ебать, блядь. Оп, лопата. Пора за лопату 5-го уровня уебала уже. Ну вот эта область маленькая. Либо он надо мной, либо он подо мной. Одно из двух. Над тобой не может быть, я раскопал над тобой. Нет. Блять, зомбиям сюда прям намазано. Да, Маша, он надо мной. Он еще, его еще и взламывать надо, блять. А сколько он по прочности? Не знаю. Есть фреймы? Да. Тебе надо скинуть? Ну, вы позвели, скинули, поставь, без разницы. Скинула. Так ты что, взлом... А, вон он, да, вижу, красный. Так ты его... А, на фрейм. Угу. Ебать, Марио, блядь. 7000. Да ты рофлишь. Лучше бы Сара твоё добро этого стоило, блин.
Можно я открою? Спасибо. 3300 монет. Которые торговцам. 160 кур. Кур? Пуль. А, пуль. 42, 7,62, 23 9-мм, 91 дробь, 6 золотых самородков. Они очень дорого продаются. Я скинула под себя дерево, эту бумагу. И пороха 46. Ну, слушай, это этого стоило. Давай, вылазь, нам пора. Ну, сокровища это неплохо, слушай. Это того стоило, реально. Все, вези нас домой. Ладно, хоть не ногами. Угу. Но мы ногами бы сюда не пошли. Да, уже хочется машину, знаешь, типа сесть и в носу ковыряться. Или наоборот, ехать. Ну, давай я забочусь тогда этим вопросом. А потом и вертолет. У меня два очка точно есть? По-моему, чтобы прокачаться, так что... Сейчас посмотрим, что там надо по проектированию, по интеллекту. О, много воды. У меня 4 банки есть пустые. У меня мутная вода есть, если что. Давай, я тебе скину. А нет, нет, у меня нет. Мутная вода напиздела. Поехали. Блять. Как думаешь, мы успеем до темноты доехать? Нет, до темноты не успеем. До темноты точно не успеем, но какая нам разница? Мы на велосипедах. Забежать домой, типа, велики на улице оставить, и все. Какая разница? Меня там дома ждут эти готовые блоки фермерские. Ты фермерский пак-то не открыл еще? Нет, а так там же будет много семян, а у меня место одно. А ты куда хочешь, в гору поехать? Посмотрим сейчас. Ну, гора не такая крутая, поэтому, в принципе, можно боком заехать вот так. Где инерция, блядь? Физика. Аж велики прочнее стали, чем раньше были. Да, у меня только сейчас 1% потратился. У меня 3%. Ну, я уже катаюсь сколько? Да, у тебя больше велик, чем у меня по времени. На пару серий, наверное. Маша в сосерии. Я день на 5-6, наверное, забрала его. Ну, до Орды, да. Блять, плохая, конечно, идея. Ой, заебись, вылезла, хорошо.
Так сколько блин, надо ехать? Я только сейчас поняла, что у меня белый велик и белая куртка. Все как в жизни любишь, да? Ну, кстати, у меня белая куртка, но велика у меня нет. У меня их два, но нахуй они нужны, блин. Ой. Ну ладно, они не мне нужны, соглашусь. Не, я просто не люблю велики. Потому что не люблю, потому что у меня легкие свистят очень сильно. Ну, довольно близко уже. Да, вон уже дом видно. Да нет, успели, слушай. Угу. То есть примерно часик ехать оттуда. То есть 2,5 километра где-то час занимает на велосипеде. Нормально. Такой дом просто. Избушка на курьих ножках. Ой, ну такой любимый, такой родной все равно. Я тебе говорю. Ну конечно, надо понять, что ты проголодался. Я, слушай, тоже доехала и сразу это, вы проголодались. Ну, ты знаешь, триггер сработал. Домой приехал, надо пожрать. Домой приехал, надо туалет, да. Пустыми банками из-под воды разбрасывается. Я ничего не разбрасываюсь. Ой, так. Пирог с черникой. Стейк с картофелем, пекленый пирог, печеный картофель. Что-то мне подсказывает, что сегодня ночью что-то случится. Почему ты так думаешь? Ну, не знаю, ну типа там орда с медведями и этими. Ну, мы знаем, как это лечится.